Ну, DST я бы купил, но я бы скидку подождал. Еще я бы хотел купить себе геймпад. Еще я бы хотел купить себе модем. Еще я бы хотел купить себе видеокарту. DST вроде не так дорого стоит. 350 рублей. Бля, ну это дорого. Он не понимает рублей на нем. Я не понимаю рублей. 5000 гривен. Нихуя себе. Так, за такое я бы убил бы. Да ты бы за 2 гривны убил. Понял, я помню, когда в шар уходил. Очень ты человека убил? Подманил друга 5000 гривен. Короче, было какое-то быдло. Ну, знаешь, хорошо, сейчас я тебе объясню, как все у нас происходит. То есть нет, ты прав. Я был в группе на факультете, ну, нормально, типа, элиты, я бы сказал. Туда просто всех дурачков не пускают. Так, у меня батя там работал, меня, ну, пустили. Там, типа, как дурачка. Ну, типа, да, я дурачок, но меня пустили по блату, так сказать. Батя. И остальные группы у нас, это чисто быдло работящие. Типа, трубы чинить, автомеханики, блядь, это вся хуйня. Он типа ебался, да, я понимаю? Он микро выключил. Да нет, сказал, что это бэк-бэк-бэк и все. А ты мне рассказываешь? Я думал, на него? Да. Нет, я тебе рассказывал. И, короче, какие-то пацаны, ну, в один день, мы уже домой шли с друзьями моими из Шараги. И какие-то пацаны там бушевали на первом этаже, на выходе. Короче, пацаны, я даже не вылетел. У одного из пацанов вылетел бабки из кармана, там где-то гривен 200 было. Есть. Я вам в трипу. Ну я, короче, забрал, я думал, меня убьют, но меня не убили, меня еще не заметили, что я украл. Ты каждый день это вспоминаешь, да, по ночам? Пацаны, давайте Урсу и Шадоу Шаман. Давай. Я надеюсь. Ну, блядь. Олег, я могу убить пойти, если ты не можешь. Давай Урсу, а я Шадоу Шамана. Да, я хочу мид идти. Хорошо, иди мид. Берешь Урсу? Не хочу я Урсу. Кого берешь? Не знаю. У меня игра зависла. Это как бы веселая игра. Поэтому ты берешь шторма. Да. Понимаю. А че не вингу? Не, Олег, я закончил с прохождением. Все, устал? Троих прошел, все. Ну слушай, ты видел, как я шел? Победа, победа, поражение, поражение. Все. Я возьму Урсу. Ты как раз будешь притягивать, а я пел. Охуенный план, мне нравится. Мне тоже. Мой любимый, кстати. Ой. Можно было еще кристаллочку на Урсу брать. И вообще кого угодно, кто имеет танчик. Флордар Урса, по-моему, вообще беспроигрышная страта. Стратегии. Какой у него раном брат на русском? Рекрут это. Рекрут 4. Брат, слышал про стратегию Флордар Урса? Нихуя себе! Надо повторить! Не, вообще мне, кстати, понравилась стратегия из Оракла и Абадона. Да, у нас большой был интриг. Сколько, 13 побед? Да, 13. Жакира! Ебать, я будто в Диабло только что окунулся. Первый самый, блядь. Этот Жакира, блядь, будто из Диабло вытащили. Как мне играть за Акварна, я забыл. Берешь чувством. Ульту, берешь агоним, берешь ульту, блядь, и отправляешь клона на пизду. Пиздец матюков, блядь, пиздец, блядь. Блядь, пиздец, блядь, заебало, блядь, с быдлом играть, нахуй. Че за хуйня, блядь? Пацаны, включите свет, я ничего не вижу. Сними шапку в здании, сними шапку. А очки надо снимать? Стоять! Ко мне ближе. Я тебе мем покажу. О, какая у тебя грудь прикольная, такой жирный. Нравится, как я глажу, да? На, какой хороший штормик, на. Нет. Вижу, как могу, вижу. О, еще пойду пузика потрогаю. Какое пузико. О, какое пузико.
О, какая иллюзия! Чух-чух. О, какая урса электрическая, она поднюхать. Мне кажется, нам пора к руне. К руине. В руинам. К руине. В руины. Да, к древним вылетающим руинам. Кстати, Олег, если если ты будешь качать цел, тебе придется качать катабовскую. Не будем качать цел. Он хотел цел. Хотел цел, понятно. Пошли, няш. Это фейк! Нихуя. Заранно готов умереть. Вообще, нет, не готов. Спасибо, Мишка, что помог нам. Мое уважение тебе. Не, получай. Не получай. Ебать, там можно было добить Манкинга, но... Ты дал кому-то пи? Брат, вернись. Не брат, ты мне. Ты не с нами гулял. Брат. Kill all monkeys. Не хочешь Манкинга убить? Нет. Да, ты не сможешь. Ручкой. Аноним, а крипов. Динай, ты будешь. В смысле динай? Тут как бы вражеский был. Надо добивать вражеских, а не динайть. Динайте, я еще постараюсь. Блять, я горю, моя жопа горит. Был бы второй, я бы притянул. Сбить бы ему эту фласку. Охуеть, я горю, мы горим. Моя жопа горит. Он фласку, он это. Да, да, я это говорил уже. Меня ебашит. Меня ебашит. Меня ебашит, а тебя тоже ебашит. Могу дать иллюзию. Мне пизда, мне пизда. Прикольно, что у них вторые, да, у нас первые были. У меня до сих пор первые. Я не могу рофлить, я кнопку поменял. Вот смотри, приветственная палка. Моё теперь. Он по таварам будет получше, я считаю. А добивать будешь по таварам? Видишь? Молодец. На. На, получай. На, получай. И дал как я этих крипов. Пай, пай. На. Видал, как я его. Вообще машина, я бы сказал. Мне кажется, мы должны давить, а не они нас. Но. Видишь, как он давит палкой. Морально давит. Мне похуй. Жесткий. Посвящение не в клубе Дэвин Зайдов. Для начинающих. Опа, давим! Теперь мы медленные, вау! Уходим. Мы нихуя, мы не догоним. Джакиры ебаны. Я сам по себе его хуй догонил, а тут еще и Джакиры. Не КД. Ну для него нет КД. Ебашу. Нет, не ебаш, не ебаш, не ебаш. Я понял. Почему твои стаки тебя не хилят? Мне кажется, у него круче стаки. Да сука такая, блять, ладно, я не буду его ебашить. Я буду фармить, как настоящий про. Настоящий про еблан. А куда они бегут? Куда?
Ёб твою мать. Круто. Они похилились, у нас печалька. Я бы назвал это приколом. Я бы Джекира заебашил. Откуда в тебе такая злость? Да ебать, он меня заебал дышать меня. Нихуя себе. Тебе не стоит заводить отношения. А я не хочу подходить, я за пиздец. Джекира дышит и все. Пришел, называется, на линию, мне прилетело прокаст. Можешь к нам пойти на линию? У меня 4 уровень, у Тинкера 4-й. Встань. У нас у Чела 4 уровень. Хороший герой. Олег, Джекира, который все время плюет своими кулебяками, и Макака, который не дает пройти, и дает стаки. Это пиздец вообще какой-то. Грустно. Мне нравится. Тинкера 6-й, у меня 4-й. Пошел в пизду. Ладно. Заберу крипа. И этого заберу. Че мне делать? Я ничего не можете. Лохи опущены. Нихуя себе. Мы можешь в лес пойти, если тебе больно. Ай, блять, может и мне больно. Сука, ебаная его дистанция атаки. Я ебал. За макаку, наверное, очень удобно играть. Же больно. Очень удобно, видимо, за макаку играть. Идет. Так, у меня есть тангусик, и я пошел, пока. Давай. Прости, конечно. Но я что-то как-то не. Ебать, мы, кстати, руны не забирали. Мы с нашего мидера оставляли. Мидер без ботла. Мидер без 6 уровня, кстати, тоже. Тинкер 7, у меня 5. Ты же там не это, не ебашишь их, не пытаешься? Да я их убиваю. Убийца. Мой брат, это мой брат. Они ушли? Конечно, на ним. Не, я их не вижу. Ну, тавры, да. Их нет. Ебать, потому что они у меня! Пам-пам-пам! Беги ко мне, я помогу тебе. Ну, алло! Ты дебил? У меня зависло, блядь! Охуеть, ты просто... Хочу, хочу. Олег. Олег. Охуеть, ты дебил? Я типа, короче, пикнул на мид, знаешь, по карте. Злился на тебя. И все. И вижу, он Джекира, он бегает, вот, стоит здесь, брат, смотри. Мой Мишка стоит здесь, вот, Джекира его плюет, типа. Он идет к Джекиру вот сюда вот. И Джекира продолжает в него плеваться. Я обняться хотел. Просто идет, короче, сливаться от Тинкера. 8 уровня, кстати. Прикольно. Бля, да ебать! Добро пожаловать на мою линию. Я вернусь в лес. Пока. Я вар тебе возьму, чтобы... А, варда у нас нет, все. Да, я только что купил. Поставлю тебе. Прикольно. Ну я бы хотел видеть, если ко мне кто-то подойдет, если что. Буду держать это в курсе. Я просто чувствую себя очень плохо на линии. Я так хорошо вижу. Ходячий тангус. Не, я в большой лес пошел. Хотя... Не, я в большой лес, ну нахуй, меня еще здесь загангают, я получу пизды. Жены поставлю, просто тавы ломают. Не, они уже идут ко мне, я уже вижу Джекира, который, блядь, идет в мою сторону. Только Джекира.
блядь, конечно, в борты. Упать. Я бегу к тебе. А нет, ты убиваешь, кстати. Ого. Ну тебя аноним, что приехал на мою экспу. Можешь ходить с линии, пожалуйста, не фарми здесь мои вещи. Тебя нигде не рад. Вот смотри, аноним, тут свободно, тут свободно, тут свободно. Почему ты не там? Забираешь штучку свою? Не, реально, там вроде лес свободный. Ему нужна была экспа. Ебать, я не заберу застаканных челиков, конечно. Но я бы хотел. По-моему, тебя ебут. Ого. А может и ты. Нет, ты ебёшь, конечно. Вопрос нет. Грибов. Нихуя! Что это я было? Я хотел... Тебя видно сзади здесь? Может два вода поставить, чтобы удобнее было, Олег? Ну тут брат, тут смотри, как у него стоит, ты обсервер. Может третий? Дай добавь, Олег! Такой вкусный два борда. Ого! Он узнал про ворды, кстати, походу. Брат, он такой хотя знал. Прикольно. О, смотри, курочка. Хаса, да, да, хаса. На тебе еще дрези. Все, брат. Все, брат, не умрешь? Не имеешь права. Умру, брат. Там, а как она фрифарме? Ну ладно. Какая разница, там тинкер у них на фрифарме. Ба, у нас все на фрифарме, потому что мы нихуя не можем сделать. Нас лейт сильнее. Ну не я. Ну, плавит ребёнок, конечно. Хочешь за Чакира поняшить? Хочу. Где он? Вот он. Я не вижу его. Почему? Сломай дерево, сидит на дереве. Это ж по огоньку пройдись, да? Ну, блядь, нет, я хочу пойти по макаке. Ваншотом, ваншотом. Я не успею. Уёбок, ладно. Кстати, можешь сломать эту, ну, деревья с этой хуйней. Ты не знал. Ты уже не можешь сломать деревья. Какой хуйней? Ультой своей. Ты, блядь, знаешь, как у меня мана требовательна. Ебать, мне бы кристаллочку, у меня маны прям ноги. Куру убил, сука, ваншотом. Там ебут. Не, я туда не пойду, я не пойду, не. Не, я не пойду, там ебут. А вот теперь пойду. Там будет ебкать люто. Я даже не добил. Нет, пока, пока. Нет, спасибо. Я в тебе. Я, короче, на базу, не. Ура, переписываться могу. Я бы с пуджом ходил, если бы он с хуком попадал, ему мог есть спокойно.